Приехал на Содло подготовить к открытию чущего сезона лодку, мотор проверить. 11 числа можно уже будет ловить. Вот перед дальней дорогой решил проверить возле дома. Что из этого получится, посмотрим. Пока все. Ну, вроде бы начал скорость ловить. Посмотрим. Мотор поднят на 2 сантиметра. Вторая дырка. Вот пока 32. Надо с острого причала попробовать переставить дырку. Пока все. Ну что, переставил на третью дырку. Посмотрим, как на третьей дырке пойдет. Потом с удлинителем. Попробуем мотор опустить. А сейчас попробуем